Всем привет, дорогие друзья, с вами Залиэл, и мы с вами продолжаем играть в Fallout 3. И сейчас я думаю, все-таки стоит ли нам брать Джерика в напарники, так как 1000 крышек — это немалая сумма. Компаньоны, на самом деле, вот сколько компаньонов, я знаю псину, и все, все, нет, погодите, есть еще одна девушка в Братство Стали, но до нее просто дохерище времени добираться, это больше половины игры, вот, а остальных что-то не помню, и все. Мы можем как сделать? Просто скрысить, пойти сейчас быстро к папке, и там уже минут где-то, ну, где-то через часик можем дойти. Но нет, не буду я все-таки решил до папки добираться, так как половина игры просто сразу съестся. Нахрена так делать, да, ребят? Не будем мы по-крысиному, хотя... Стоит, может. Так, ладно, давайте возьмем его. Только у меня сколько крышек-то? Сейчас, погодите. 648. Что будем делать? Во-первых, надо разрядить бомбу. Требуется навык взрывчатка 25 или выше. Давайте-ка 25. Хорошо, до 25 мы легко поднимем. Вообще легко, мне кажется. Легко. Уровень второй. А сколько? Блин, я не вижу сколько. Ладно, тогда как мы сейчас пойдем? Есть тут один берг. Если вы не знали, можно взорвать вообще эту бомбу. Мы сейчас к нему подойдем. Просто спросим. Там есть такой чувак. Какой чувак, говорю? Старик Темпенни. Так это такая крыса ужасная. Темпенни Тауэр называется. Мы обязательно туда еще заскочим. Так я вот думаю, брать ли квест, так как я не помню, где находится Темпенни Тауэр. Старик просто переехал в здание, здоровенный небоскреб, и типа говорит, что это его. Нихера не его. Крыса вонючая. Ну, правда, он там его обустроил вообще замечательно, просто шиком, но все равно. Так, лодочный причал. А, вы еще не нашли эту локацию. Да знаю, знаю. Тут, кстати, убежище еще где-то находится, где-то здесь, по-моему. Пойдем скоро сюда. Нет, пока не будем. Пока не будем. Так, поговорим пока. Смотреть да, можно да. Бесплатно, остальное за деньги. Ну, тут шлюх нет, к сожалению. К сожалению, тут такого нет. Тут просто можно снять комнату. Вот. Ладно, давайте поговорим. Вот это да. Именно тогда, когда я почти расстался с Надеждой. Дорогой мой мальчик, я счастлив с тобой познакомиться. Меня зовут мистер Бёрк. А ты... Ну что ж, ты явно не из обитателей этого зловонного болота. Одно это делает тебя незаурядной личностью. Угу, мистер Бёрк, да, продолжайте. Нет, мы не будем взрывать. Я просто не хочу, чтобы тут погибали люди. Это нехорошо. А и причем, что мы за это получим, как вы думаете? Вроде 500 крышек и... И ключ от номера, да. Точнее, там VIP, как называется, блин, пентхаус или как-то так. Нет, я не хочу. Ладно, если хочешь что-то сказать, как говори. Как пожелаешь. Я хочу нанять на работу человека, никак не связанного с Мегатонной и безразличного к ее судьбе. Мегатонна – пережиток. Жалкое напоминание о никому не нужном прошлом. Она должна исчезнуть. И ты это обеспечишь. Похоже, я в тебе ошибся. Ладно, найду кого-нибудь еще более предприимчивого. Всего наилучшего. Нет, мы как сделаем? Так, во-первых, мы опыт неплохой получим с этого. Если скажем нашему шерифу, пойдемте скажем. Он, правда, за это ничего нам не даст, вообще ни хера, но похрен. Это, так сказать, окончит. Плюс мы, кстати, его сейчас можем убить, вот этого Берка. Эй, привет! За это мы по...
точнее, ничего мы за это не получим, но у него есть пистолет и одежда, которая мне нравится. Такая довоенная, винтажная. Мне такая нравится. Чувак, у вас тут течь. Так, ты давай. Проблем не ищешь, надеюсь? Не хочу тратить пули на твою жалкую шкуру. Так, я не понял, что это за разговор. Вроде мы с тобой как бы ладили. Мне тут повстречался некто Берк, он пообещал взорвать тебе взорву бомбу, а заплатить. Что он тебе пообещал? Никогда он мне не нравился. Так, что если он поручит кому-то еще взорвать эту бомбу? Надо что-нибудь предпринять. Это верно. Пойдем со мной. Сейчас ты увидишь правосудие пустоши в действии. Как я помню, он его убьет. Вот этого. Лукаса. Ну, на всякий случай сохранимте. Там можно либо сразу его атаковать, либо... Сейчас посмотрим. Вот это я помню, что... Я сначала так посмотрел, потом подзагрузился, помог Ходи, Лукасу, будешь, а в третий раз нахрен взорвал мегатонну. И офигел. Просто офигел. Погнали. Так. Эй, не ты, надо на меня Берк, так смотреть. Что ты делаешь в мегатонне? Прошу прощения, шериф. Что ты там разоряешься? Ты прекрасно знаешь, о чем я. Бомба, ты хочешь ее взорвать? Ты что, в конец рехнулся? Шериф, боюсь, тут какое-то недоразумение. Кто-то распускает нелепые слухи. Я непременно выясню, в чем дело. Лично. Отдохни в кутузке, Берг. По крайней мере, до тех пор, пока я не разберусь, что тут творится. А я боюсь, что вынужден вам отказать, шериф. У меня есть более насущные дела. А теперь с дороги. Это не обсуждается. Ты пойдешь со мной. И почему вы, громилы, так любите все делать по-плохому? Очень хорошо, шериф. Ведите. Я знаю. Это была очень большая ошибка. Будь осторожнее. Ты пожалеешь о своих действиях. О чем ты думаешь? Вообще хочешь? Тогда ты по адресу. Посмотрите, им у вас шерифа убили. Пиздец. Шериф! Карл, шериф! Похуй. Вообще. Так, ладно, ребята. Хорошо. Это не обсуждается. Ты пойдешь со мной. Так, погодите, надо его головку превратить. Так. Свинцовая труба. Нет. Охотничья руба, блин. Так, пибой, что-то там. Ну да, я знаю, что почему? Поверь. О, нет. Как-нибудь без этого? Я уже... Поверь. Ты 300 раз мне это будешь повторять? О, отлично, кстати. Третий уровень уже. Так быстро. Так, взрывчатка 25. Давайте прокачаем. Взлом и красноречие надо обязательно. Красноречие, скрытность. Или скрытность еще. Блин, красноречие. Так, далее. Бейсболист, ворюга. С каждым вы получаете по 5. Женоубийца. Интенсивная тренировка. Интенсивная тренировка, кстати, очень мало даст, поэтому не будем пока. Прилежный фанатик оружия. Хотя давайте интенсивную тренировку. Харизма. Вот, ловкость, хорошо. Пусть ловкость будет. Так, мой дорогой. Поверь. Вот это дильдос красненький. Так, Лукас, по-моему, ничего не скажет. Типа, все, заебись. Ты убил этого, молодец. Все, ты меня спас, спасибо. Больше ничего он и не скажет. Вот так сделаем. Что я у него забрал? А, оружие точно. С глушаком. Ремонт.
И 4 урона, вот блин. Хотя 100 сотку стоит. Так, пойдемте, короче, обезвреживать тогда. А, нет, стоп. Стоп. Как мы сделаем? Так как красноречия у нас мало. 100 крышек. Блин, мы можем 100 крышек получить. И, ну-ка, сохранимся. Так. Должно быть, я скорее уже. Не особо совсем помню. Никуда не гожусь. Благодарю тебя за спасение. Не особо помню, как сделать так, чтобы он и крышки нам дал, и еще ключ от пустого дома. Вот именно в Мегатоне. Так, давай поговорим о бомбе. А что такое? Кому придет в голову строить город, рано или поздно случится взрыв. Ты не думаешь, вообще-то, шериф, я планирую взорвать эту бомбу. Ладно. Никому из местных я эту работу не доверю. К тому же многие даже не понимают, что она опасна. Кромвель и его придурки из церкви Атома вообще поклоняются этой штуковине. Что? Ты знаешь, как ее разрядить? Совсем? Я вообще-то ничего не говорил, но раз ты уж сказал... Как угодно, мои планы все равно не входило тут задерживаться. Я попробую разрядить эту бомбу. А, хорошо. Отлично. Но послушай, сперва ты просто погляди. Не спеши. Если выполнишь работу, получишь 100 крышек. 100 крышек? Карл, 100 крышек! То есть ваша жизнь, точнее, Лукас, даже, я не знаю, жизнь всего города, это 100 крышек! Или ты хочешь сказать, 99 крышек это твоя жизнь, а одна крышка это вот все? Ебанусь. Так, ладно. Вообще-то, шериф, я планирую взорвать эту бомбу. Мне не нужна награда. Ладно, блин, мы получим только это. Слава, 100 крышек, давай сюда, ладно. Хотя... Боюсь, не выгорит. Мы крышечки не рисуем. 100 крышек. Отлично. Давай посмотри, что ты сможешь сделать. Только осторожно. Так, ну давайте посмотрим. Так, если что, я сохранился, поэтому пытаться... Будь я проклят! У тебя получилось! Тебе удалось ее разрядить. Вот твоя награда. Черт, а почему бы тебе тут не поселиться? Такой человек, как ты, нам бы пригодился. Свободный дом есть, можешь занимать. Вот ключи и дарственные. На вид, конечно, не бог весь что. Но поговори с Мойрой. У нее всякого барахла навалом. Она поможет тебе обставиться. За деньги. 100 бутылочек. Так, отлично. Плюс мы получили, заметьте, 300 опыта. Все, уходим. Отлично. Мы это сделали. Так, смотрим статистику нашу. Так, отлично. Слушайте, отлично. Мы убили, смотрите, Берка, и мы еще до сих пор злые. Отлично. Так, 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 так. Почему отлично? Потому что нам нужен Джерика. Сколько у нас крышек? Да, 748, он же 100. Ай, 500! Если бы у меня было красноречие, ну почему я не стал качать красноречие? Ну почему? Я такой мудель. Не понимаю. Хотя, понимаю еще как. Так. Уотсворд. Пупсы. Раз, два. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, двенадцать, тринадцать, четыре, пять, шесть, 20 пупсов. Так, радиация 5, нормально. Мало радиации. Так, а что с тобой, кстати, можно поговорить? Позвольте представиться. Я Уотсворд, ваш личный рободворецкий. Я здесь для того, чтобы угождать всем вашим желаниям, чтобы вы были счастливы и не скучали. Что я могу для вас сделать? А с каких пор у дворецкого есть бензопила и огнемет?
Мне хотелось бы выпить. Я хочу сменить прическу, расскажи анекдот. Нет, нет, нет. Конечно, сэр, прошу вас. Конечно, сэр, прошу вас. Конечно. Прошу прощения, сэр. Моим сборщикам конденсата нужно время на заполнение. До того, как я продолжу раздавать напитки. Ага, отлично. Все. Вода, кстати, нам неплохо дополняет. Так, где она? Чечная вода 7 у нас. Попрошайки плюс. Ну, пока попрошайкам мы ничего не будем давать. Так, тут верстак. Или... Где он там? Письменный стол. Либо где здесь верстака вообще у нас нет? Да, значит, я перепутал. Так, письменный стол. А, патрон с картечью. Тут, кстати, можно, по сути, воровать караваны. Но... Стоит ли нам сейчас это делать? Не знаю. Так, сохраняемся. Тик-тик-тик-тик. Все, уходим. Угу. И все. Сейчас, куда мы с вами пойдем? Крышки пока подзаработаем где-нибудь. На нашего Джерика. Говори, что тебе на... Нет. Просто я думал, может, мы обезвредили бомбу, и он скажет: ох, чувак, ты обезвредил бомбу, ты спас наши жалкие шкуры, я бесплатно пойду с тобой. Хер. Хер там. Кто это тут у нас? Да неужели? Новый член нашего скромного сообщества? Добро пожаловать, милое дитя. Добро пожаловать в Мегатонну. Я исповедник Кромвель. Пророк атома и отец немеркнущего сияния. Прошу тебя, дитя, приходи в церковь в любое время. В любое. А, ну и все. Я просто думал, ну, типа, обезвредили мы бомбу. Ну, пожалуйста, пожалуйста, хоть скажите. Типа, молодец, мне молодец, Игорюшка. Молодец, обезвредил ее, спас нас, наши шкурки. Всем похуй. Хотя вы видели сами на своих глазах, что убили шерифа, и им плевать было. Ну шериф умер, и что? Какая разница? Действительно. Так, тут обычно, кстати, караваны ходят, но... Я подумал, может, их как-нибудь... Ну, вы поняли. Да. Так. А куда мы сейчас идем? Давайте будем разведывать и поговорим... Fallout 4. Ну, трейлер, конечно, обсуждать не стоит, потому что, ну, там мне больше нечего сказать, кроме того... Все, это мои комментарии. Ждем Fallout? Что делать? Я, правда, думал, кстати, что будет только... На Xbox One, да, потому что была такая информация поначалу, типа, это эксклюзив, все, больше не будет, только через год выйдет на ПК, там, на PlayStation, хотя на PlayStation я не помню, но на Xbox вот как эксклюзив считается. Давайте заглянем в школу, правда, я не знаю, надо ли это сейчас, нет, не будем, там до хера рейдеров, и я просто не хочу с ними связываться. Школа Спрингла. Не хочу туда пока идти. Сохранимся. Вот, Fallout. Ну, ждем. Черт. Думаю, вот, кстати, интересно, когда тест новый будет. Я Skyrim проходил, но на запись, блин, стоит ли проходить? Это все, это, понимаете, это все долгие игры, и их проходить как минимум по 40-50 часов надо. Конечно, когда Fallout 4-то выйдет, я попытаюсь его быстро пройти. А может и нет, потому что я люблю такие игры и... Вот не знаю, ребят. Я буду, конечно, типа быстро проходить, то есть, ну, понятное дело, выкладывать побольше серий, но дополнительные квесты, которые будут попадаться, наверное, буду брать. Потому что я не могу, ну, не могу я так вот взять и все. Быстро, надо отъебись только сюжетку. Fallout это не та игра, чтобы вот... Просто отмахиваться от нее. Не то это. Насчет модов. Давайте тоже поговорим. Писали в комментариях, типа, блин, залел, что за хрень? Давай хотя бы установить там парочку интересных модов. Вот. Ну, графических. 19, все.
А, так его и так вынесли. Да ёб твою. Тут вроде, кстати, можно по оружию ему попасть, и он его выронит. Так, ага. Так, моя дорогая. Блин, какая, смотрите, красивая, по сути, да, девушка? А, так вот. Модификации. Я... Не дают мне сказать. О, тут у нас. А хотя нет. Смотрите. Даже маска не помогает. То есть мне помогает, а тебе, мой дорогой, не помогает. Простить тебя? Нет уж. Да еб твою, как же. Отлично, убили. У нас просто винтовка еще поломанная такая. Из-за этого тоже происходит. Да что ж так, да куда ты, грязный червь? Не сказать мне не даешь, не... Ты... Убью тебя трубой этой сраной. Ты покойник, ты труп! Все, расхерачили мы его. А, броня рейдеров стоит 30, давайте берем. Да все возьмем. А, у нас вес, кстати... Стоп, а че у нас такой вес? А-а-а, ну конечно, я же, ребят, карму себе. Карму себе портил. Так, главное, заколки нам. Вообще в помощи должна заколка быть. Все-таки она же помогает нам, а это ни хера не мусор. Ну, разное, конечно. Но... Чудо-клей. Так, все. Ни хрена себе. Сколько говна. Сколько у нас вес? Вот теперь 106. Можем брать сколько угодно. Я хотел установить модификацию перед тем, как начать играть. Модификация дополняет нам сестру. То есть у нас, получается, сестра имеется. Но почему я не установил? Причем, знаете, сестра-то охеренная в плане... То есть, когда начало самой игры, помните, мы за карапуза бегаем, она уже там есть. В каждой сюжетке она что-то говорит, либо что-то делает. Вот когда папа, отец... Ладно, не буду спойлерить. В общем, я просто смотрел скриншоты. Охеренно, просто охеренно. Но единственная сестра пиздец, уродка. Это большой минус. Вот помните, да, вот эту мы сейчас валили? Это просто красотка. Это принцесса всея Руси. Точнее, всея Руси, всея пустоши. Такая красотка, прекрасотка. А там это что зачем? Почему вы, вот кто делал тот мод, разработчик мода, я не знаю, почему, он нормально-то не сделал сестру? Там же у нее нос просто как, я не знаю, такой длинный. Так, вот это, кстати, рейдер опасный, и он меня, я помню, убивал. Главное сейчас осторожнее. У него вроде снайперка, или я путаю? Я посмотрю. Что ж ты промахиваешься, да? Я для чего удачу-то качал? Да еб твою. Блять! Ну-ка. Хер там! Конечно, ага, попаду. Так, сейчас, быстренько, где там у нас? Стимулятора пока не будем тратить. Хотя надо было, кстати, стимулятор. Они же больше, они намного больше. Я слопаю твое сердце, сортирная масса! Ты ублюдок! Ты, кстати, намного несешь. Так, ладно. Надо нам, Вити, уже нормальное оружие такое. Хоть и критические у нас... А, так у нас броня еще такая. Че стоим-то? 25, броня рейдера, свинцовая труба. Так, и вот мой
Просто дорогой, хороший человек. Давай сюда винтовку. Где она? Оп. Отлично. Вот еще красотка, еще та. Почему разраб все-таки не сделал нормальную? Ну-ка, давай гони сюда ее. Стимулятор броня. Ох, черт. Так и думал. 46-30. Стоп, можно там отримать было. Ух ты, у нас только... Ага. 72 аж стало. Но все-таки это лучше. Нахер. Давайте посмотрим, сколько у нас. Так, 5 патронов есть. Ага. Это, кстати, не тот мост, который я хотел видеть. Там, может, этот или... С квестом на вампиров, не этот. Все-таки. Давайте, мальчики, свежее мясо! Да? Ну, скоро 4-й уровень, кстати. Шлем психорейдеров. Нож, бутылочные крышки-то берем. Что-то я, видите, туплю. Так, а где у вас припасы? Вы чё, вот так и живете? Или типа грабите кого-то? Чё у вас тут так скромно-то все? Ребята, ну снайперка, да, это круто. И чё? Ах ты гад. Сейчас разгоняется, видите, как... Ладно, нам нужен обязательно компаньон, чтобы хоть жопу-то прикрыл. Плюс, кстати, мы можем дать снайперку компаньону. Он вроде... Охо-хо-хо-хо-хо-хо! Тихо! Ага, немного мы... Нихера себе! Такого я не ожидал. Огнемет. Огнемет, отдавай его сюда, грязная свинья. Броня рейдеров. Видите, можем спокойно рейдеров зарейдить. Так, и все, да? Блин, отлично, я взял огнемет. Плюс замечательно. Кстати, я когда всегда вот ходил, я думал, что это такое, что это такое? И до сих пор не знаю. Я думал, это мины раньше. Но, да и сейчас я не знаю ни хера, что это такое. Непонятно. Так, сохраняемся на всякий случай. Каждые 10 минут лучше сохраняться вот так. Но там, кстати, весят прилично. Ох ты, ёпты ж. Так, прежде чем идти, ну-ка я автобус проверю. Всякое возможно. Что это такое? Это же автобус. Нет, туда, видите. Нету входа. Тихо-тихо-тихо, мой дорогой. Поп-поп-поп-поп. Аккуратненько. Ой, блин. Крота-крысы. Блин, хрен просышь. Так, нам точно не туда. Куда мы вообще пришли? Твою дивизию, мы просто сделали круг. Охереть. Да, блядь, еще и крысы эти. На нас. Блин, там мелко, мелководье, но, думаю, мы... Угу. Так, это хорошо, что я подзагрузил... точнее, сохранился. Понял, что нам не сюда. Хорошо, так. Пока почесать. А зачем? Давайте продадим кое-что. Что у нас есть, чтобы продать? У нас оружие вроде есть. Ремонт. А, ну я пока не могу ремонтировать 80%. Это слишком много для меня. Револьверы, которые 50, 14. Отлично, отлично. Может еще что-нибудь взять у вас, а? Хотя ладно, не будем ничего брать.
Сначала сейчас сгоняем еще кое-куда. Там тоже что-нибудь надыбаем. Вон туда, например. Так. Ну, давай, забираем все. Все равно пригодится. Нам напарник обязательно нужен. На свалку еще зайдем. В дом там одной старушки тоже зайдем. Ага, я типа не могу бежать. И хорошо. Да дайте мне щиток. Все, в мегатонну. Может даже нам хватит. А-а-а! Ни хрена, быстро невозможно, когда я перегружен. Гады. Три. Два. Двадцать два, 72. А, ну все. Знаю, знаю, ребят, тяну сейчас. Ужасно. Ужасно тяну, но ничего, сейчас мы... Да? Начнутся, нужно? Начнутся у нас приключения. Жирейка, жди, жди меня. Просто хочу побыстрее его, так сказать, активировать. Так, зачем я так пошел, когда нам туда надо идти? Вон, 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 ну куда ж я? Ага. А так, конечно, я помню, модификации такие прикольные раньше устанавливал. Была такая еще модификация, которая позволяла всех компаньонами делать. То есть просто подходишь, френд, и все. Представляешь, человеческое тело может жить без желудка или селезенки. О, как дела? Да, мне сказали, я могу купить, но не расскажешь что-нибудь интересное на продажу. Ну, разумеется, у меня есть чертеж. А, это мне не надо. Насчет боеприпасов не волнуйся. Эта малышка стреляет любым мусором, если понадобится. Нет, я не буду это делать. Починить мое снаряжение. Да, может она. Так, крышки ноль, как так? Блин, я так не играю. Ну, блин, нам надо искать караван тогда. Дерьмо! Только просрал... Только зря, блин. Просираем время, ребят. Ладно, ничего, ничего. Зайдем к Мариарти. Вроде у него оставались крышки. Либо... А, у Хари, короче, смотрите. Там еще Хари есть. Тоже продает. Так, где ты там? А, вот и ты опять. Ну что, просто жажда замучила? Или готов мне заплатить? Папочка сам по себе не отыщется. Проблема Сильвер решена. Отлично. Надеюсь, она получила по заслугам. А, ну и все, он ничего нам не говорит. Я хочу купить. Скажи. А, он не продает вообще. Поэтому, Харя, где ты там? Обокрасть Харри? Не понял. Ну-ка. У него кабинет какой-то есть? Почти. Так, ну это точно не его кабинет. Там был кабинет, но он уже взломан. Окей. 30 очков. Так, давай, Харри, поговорим. Эй, гладкая морда! Тебе что-нибудь нужно? Может, выпить? Хоть что-нибудь? Ну, хоть что-то! Он нам даст скидку, как я помню. Давайте. Погоди. Ты меня не ударишь? Не станешь на меня орать? Даже не обзовешь? Нет. Ну и ну. Вот так сюрприз. Я привык, что в этом городе любой гладкоморды об меня ноги вытирает. Только потому, что я похож на труп. Приятно видеть, что остались еще на свете и приличные люди. Послушай, Мариарти с меня шкуру сдерет, если узнает, что я продаю что-то со скидкой. Но ради тебя я готов рискнуть. Так, давай. Вот только карму мы зря получили. Мне же... Мне надо выпить. Разумеется. 134. Ах, немного у тебя этого всего, но... Давай сюда. Винт.
Так, нет, винт я на всякий случай, знаете ли, приберегу превентивно тут. Так, огнемет. Не знаю, огнемет мне еще понадобится, наверное. Я не уверен, конечно, но... Всякое бывает. 24. Нам надо, по сути, я уже говорил, ребят, встретить караван. Так, принять. Все. Да. Пока. Освободили, так сказать, инвентарь, плюс еще... Так, смотрим статистику. Я не хочу, чтобы она... Так, злой, отлично. Все, пока что злой. Оказывается, исправлять статистику очень-очень сложно. Убежище 101, да, пока... Так, сколько мы крышек-то получили? Блин, я зря, наверное. 800. Еще сотка, короче. Так, возвращаться, ну, посмотрим, будем ли возвращаться. Может, вернемся. Там, кстати, будет новый смотритель. Будет полный хаос. Но это не из-за того, что мы убили того... Так и так это будет. После того, кстати, когда мы найдем папочку. Сейчас мы, кстати, идем практически туда. Вот. Хочу Little Lamp или как-то так. В общем, город для маленьких. Там интересный квест был. Может, туда сейчас и сходим. Посмотрим, что у нас будет на пути. Я даже... Ну-ка, куда мы? Да... А можем, кстати, сюда. Тут где-то тоже еще одно убежище было. Можем сходить, просто проведать, как там живут люди. Но, по-моему, там никто уже не живет. Я даже не помню, когда там кого-то вообще находил. Так. Ну-ка посмотрим. Может, где-то надо спуститься? Так, кстати, надо осторожнее быть, потому что могут быть мины. Всякое бывает. Так, в сортире может какой-нибудь... Окей, да, посидеть, понюхать. О, как хорошо-то. Так, какая консоль? Так, где-то здесь. Вот видите, эти маленькие треугольники такие незаполнены. Это и есть локации. Так, кто там? Собака? Блин, ты так далеко меня видишь, собака. Собака. О, отлично, практически убил. Собачье мясо, берем. Всякое пригодится. Не каждый раз пить из туалетов, правильно? Причем чистеньких. Из тех, блин, туалетов я бы рад сейчас. Это просто сказка, это сон. Даже непонятно, кто там сидел, но это не важно. Какая разница? Главное, что здоровье нам идет. Плюс. Храняемся. Так, давайте посмотрим. Где-то здесь убежище должно быть. Просто сходим, посмотрим историю его. Знаете, тут, видимо, упала как раз ядерка, или не знаю, до сих пор какая-то радиация идет. Так, вот где-то здесь уже. Должно быть. О-о-о! Видите, там что-то уже кто-то есть. Ага! Гули? Ха. Так, что мы нашли? А, да, убежище 106-е. Ну да. Вон оно. Кстати. Следующий уровень. Сейчас, погодите, качнем. Так, красноречие, как я уже говорил, обязательно. Сейчас будем красноречие. А, интенсивное. Стальной кулак. Позволяет вам наносить дополнительно 5 очков урона на уроне без оружия. Так, про хвост. Понимание. Образованный, вечное дитя, облегчает общение с детьми. Давай уникальный вариант. Так, вечное дитя, кстати. Прилежный ученик. Варюга, безболит. А пока будет у нас прохвост. Позже так, вечное дитя, потому что я говорю, я хочу такой город, где только дети живут. Туда сходить. Здорово, ребята.
Спасибо, что не нападаешь на нас. Многие люди терпеть не могут гулей. Отдай все, что у тебя есть. Мы шли в подземелье, но не смогли прорваться через супермутантов. Так что теперь мы пытаемся найти себе место для жизни на пустошах. Так, что за подземелье? Это город гулей. Единственное место на пустошах, которое принадлежит нам. Оно спрятано под историческим музеем. А, туда мы с вами. Ох-хуй, блин. Туда мы с вами. Спасибо, что не заколебемся ходить. Поверьте мне. Я помню этот город. Так, сохраняемся, прежде чем туда пойти. О, видим, да? Так, уже видим бочечки какие-то. Ага. Так, ну открываем. 106-е убежище. Блин, вот это вот скрежет вообще неприятный, просто неприятный. А так, смотрите, 108-е. Двери, так сказать, нам открылись, но что внутри? Непонятно. Так, ну ладно, давайте смотреть, что у нас тут. Так, ничего. Кстати, у нас в 101-м убежище был такой проход, а здесь почему-то нету. Видимо, типа, только там секретно. И, кстати, вот... кожаная броня, заберем. Напомню, если кто не знал, во всех убежищах проводят эксперименты, кроме нашего, кроме 101-го. Вот. Самое безопасное 101-е. Остальные все либо тут мертвы, либо что-то... Вот, сейчас, погодите. Видим, да, уже какие-то пятнышки крови. Так, сюда вообще уже нельзя пройти. Так, ну идем. Сейчас вспомню, что здесь находится. В чем тут проблема? Есть одно убежище, значит так. Там делали супермутантов. Вот. Потом какое еще убежище? Клонов было. И... музыка, во. Как, вот, вот такие. И еще... А, вот, с газом. С газом было. Так, браток, привет. Опа, лазерный пистолет. Ну-ка. Слушайте, начало мне уже нравится. Лазерка, ну-ка. Начало хорошее, кстати. Лазерный пистолет. Только у нас энергетической батареи вообще нет. Поэтому нам немножко тяжело будет. Одежда наемника... Чё, блин? Так, может, не будем тогда брать, потому что, видите, тут всякое дерьмо. Самое интересное там будет. Так, простой. Я знаю, как ломать. Тут вообще как щелкать орешки, в общем. Так, давайте смотреть. Set file, protection of new red account. Наверное, какой-нибудь очередной... очередной мудель своей дочки пароль будет. Джессика! О! Ну-ка! Как? Викис? Вуаля! Все легко. Просто как хакеры мы с вами. Раз. Так, важно. Если кто-нибудь из резидентов заметит странный запах или... ну вот, я и говорю, или вкус воздуха, пожалуйста, убедите их, что все в порядке. В системе фильтрации были небольшие неполадочки. Сейчас они устранены, и система надежно функционирует. Если вы заметите у кого-то неадекватное поведение, немедленно сообщайте. Короче, здесь... Уже пошли. Сейчас мы встретим уже противников. Эти там уже идут. Тут будут эти... Как там? Психи. Короче, смотрите. Сейчас он. Так, не пугайтесь, ребят, потому что... Так, это уже галлюцинации. У нас пошли. Это... Тихо. Вы тут... Где? Это смотритель, что ли? Похож. Thank you.
Смотрите, какие они тут злые, а? Какого хера? Так, комбинезончик стоит 4. Труба еще поменьше. Так, чем занимаетесь тут? Мензурки какие-то, книга, ящик с инструментами. А, так. Тут нам надо, ребят, нормально все проходить. Так, смотреть, потому что в каждом углу может быть по вещи. Не стоит, знаете ли, вот тут видим стол, тут полное барахло. Нихера, видите? Молоточек 3 стоит. Так, большая испорченная книга. Сохраняемся, потому что я люблю сохраняться. А, тут у нас, опа, шкафчики. Все пустые. Так, кружка, планшет. Я просто не люблю, когда противники вроде как за спиной ходят, и хочется их сначала убить как бы. Потом уже медицинские записки, но это дерьмо какое-то. Мы их никак не прочтем. Так, книга разодранная. Ничего нормального тут нет? Нет, тут полное дерьмо. Ну, кроме вот этой лестницы. Я бы себе такую домой бы взял, а? Смотрите. Ха-ха, классно. Ну, как классно? Она бы у меня просто бы стояла. Не знаю, котик бы, например, на нее раз-раз-раз залезал бы. У меня коты любят что-то новенькое там понюхать, к примеру. Так, стоит ли нам сейчас спускаться? Потому что... там... Батя? О, это был батька наш. Может, и нет. Блин, просышь. Так, смотрим терминалы, потому что интересно же вроде почитать. Бутылочная крышка. Тут самое интересное, что в каждом убежище есть пупсы. Это самое классное. Поэтому, ребят, сюда мы пришли именно за пупсом. Неважно, что здесь находится в плане... Никого нет. В плане, к примеру, лута, да? Это неважно. Главное, пупсы. Будем... Блять, ну... Ау, кто здесь? Осторожно. Блять, выйти-то дайте. Ну, что за пиздец, а? Что за пиздец? Замечательно. Не знаю, это какая-то уже лунная походка. Майкл Джексон. У-у-у! Как он там делал? Ты, блядь, юный Майкл Джексон, давай! Пока... А, мы, кстати, так можем палить. О-о-о! Браво. Брависсимо. Я думал, блин, мы на кого мы похожи? Это вообще капец. На кого-то Коломбо. Детектива по найму. Так, типа, что здесь случилось? Расследовать, расследовать. Быстро, быстро, быстро. Записи. Мусор. Господи, да здесь побывали какие-то грязные бомжи. С Курского вокзала. Ну-ка. Ну-ка, что? Очевидно. Мой расчет производится. Я думаю, огнемет здесь поможет. Где мой огнемет? А вот и бомжи уже нападают. Где мой огнемет? Я что-то не понял. Огнемет. Берем огнемет и выжигаем грязных червей. Вот и они. А как вы видите, огнемет хорошо на бомжей действует. Бомжей уже не осталось. Да и как наших припасов. Не знаю, зачем я так говорю. Ну, типа, это не знаю, ладно. Хорошо, возьмем что-нибудь другое. Давайте полицейскую дубинку, будем их сбивать. Просто как грязных негров. У него монтировка есть. Ну-ка, дай-ка. Немного побуду Гордоном Фрименом, что ли? Монтировочка. Сохраняемся. Я, кстати, знаю, что мы туда еще не прошли. Как бы... шипованный кастет. Мука? Ну-ка, погодите, это мусор или... Извиняюсь за икоту. Так, сейчас попью. А, попить, конечно, у меня же... А, вот. Сейчас.
скоро серия уже конец серии будет, сейчас погодите. Все, мы тут исследуем и пойдем. Так, вилка, чисти-чисти говно, замечательно. Но она нам не особо пригодится. Финансовые расчеты. Так, дверь. Шкаф. Я каждый угол смотрю, потому что всякое возможно. Так. Попался? Где? Сумасшедший выживший. Да, ты действительно сумасшедший. Давай, давай, потанцуем. Да ты гад! Да что такое? Мы братья! Я из 101-го, ты из 106-го. Мы как соседи, мы как родственники, знаете. Как коты маленькие такие. И тигры, и львы. Мы же все родственники, давайте! Дружить семьями! А мы колотим себя друг другу. Да блять, когда ж ты сдохнешь-то, а? Смотрите, какой живучий попался! Даже вон как... Лазерным пистолетом бы тебя испепелил, будь бы у меня патроны! Макароны с сыром. Сейчас захаваем. Винт нет. Это уже последнее дело, хотя... Дурочки, сухарики, виски. Водка, готовый обед. Чё такое-то, а? Блин, кроме... Психа нет, психа не будем. Зачем мы это все с собой берем, если от этого... 46, ого. Неплохо, слушайте. Медицину надо повышать. В меня попали! Да ты сдохнешь! Блин, заколебал ты меня. Ублюдок. Смотрите, он никак не хочет сдыхать. Наконец-то. Так, давай сюда свинцовую трубу. Я смотрю, ты свинцовкой-то, а? Меня просто превосходишь как-то. Огнемет, конечно, поможет, я знаю. Ремонтик. А, 43. Хорошо. Даже получше. Сохраняемся. Пустые шкафы. Ой-ой-ой, музыка-то заиграла. А, о! О, ты пупсик. Отлично. Все. Как бы можем уходить, но нет. Тут есть еще что-то интересное. Я точно помню. Не такое уж, конечно, сильно интересное, да? Но тут что-то можно еще найти. Так, пупса хотя бы мы нашли. Молодцы мы. Так, а что за пупс-то был? Я даже не прочитал. А, наука вроде. Или вроде наука. Наука нам нужна. Как раз будем сейчас взламывать что-то. Так. Тут мы не были или где? Или вот здесь? Так, виски я заберу, пожалуй. Собачье мясо. Откуда оно у вас? Откуда? Так, ничего тут нет. Ёб твою, ну... Да. Блять, начинается. Я уже ненавижу эти столики ссаные. Просто невозможно. Так, что там? Взять маленькая разодранная книга. Испорченная. Что тут нет? То я знаю, разработчики-то умеют прятать все интересное. Например, вот здесь. Вот вы видите, сундук, виски. О, отлично. Что еще? Бутылка из-под виски. Нет, бутылка не канает. Так, антирадин, стимулятор, пакет крови. А, пакет крови, кстати, я не знаю. Что-то я не помню, чтобы я его вообще когда-нибудь использовал, но... Но... Стимулятор, антирадин, скипидар. Возьму. Гран... Так! Это хорошо, потому что дальше-то грязные черви точно будут. С минами! Ух ты! Все! Все, ребят, тут все отыгралось.
наш поход отыграл. Еще как, просто сполна отыгрался. Мы это все продадим, сколько это стоит? Ну-ка. 20, по 25, все, ребят, тут сохраняться надо срочно. При том, что мы еще половину убежища-то не осмотрели. Грязные черви там где-то ходят. Так, не будут они там пока нападать на меня. Металлолом, патрон с картечью я возьму. Просто вот напрягает это ощущение, что где-то здесь, рядом, так сказать, сзади меня, где-то противники. И в любой момент они могут на меня напасть. Да, они меня как бы не слышат. Камера, кофейник. Блин, вот этот звук. Телефон. Минки, это забираем. Еще как отыгрались мы с вами. Бейсбольную биту я тоже заберу. Патрон с картечью тот же. Надеюсь, тут дробовиков не будет, потому что, ну, как бы, не хотелось бы. Довоенные деньги я возьму. Это, кстати, блок сигарет. Иди к папе. Я, конечно, не курю, но продать мы можем сполна. Да, ребят, что еще? Батарея 30, так. Не помню, правда, что батарея делает, но... Рад X. Ну-ка. Тут разработчики умеют же все прятать. Вы, конечно, скажете, блин, Залил, чем ты занимаешься? Ты что, совсем грязный мудель, что ли? Что каждую дырку обследуешь, но... Я такой. Стол сбой, прошу! Еще и батареи микро... Ну-ка. Это случаем не это... Где там? Энергетическая батарея. Сейчас испытаем, погодите. Видите, как, блин, мы точно сюда не зря. И вот эту херь мы нашли, блок сигарет. Давайте сюда. Продадим все. Правда, я не знаю уже кому продавать, но как бы я знаю, куда мы пойдем после этого убежища. Сюда как бы мы просто так зашли. Смотреть. Простой. Это хорошо, что простой. Блин. Чуть не сломал. Сохраняемся. Не люблю сохраняться. Так, осматриваем всякие эти. Так, ящик с инструментом. Чудо клей сенсорный. Так. Знаю, ребят, некоторые любят экшен, а не вот такие вот фигни. Мы могли вообще, кстати, так спуститься, а не, допустим, всякой хренью страдать. Но простите и потерпите, потому что потом мы пойдем в классный город, Литл там есть такой. Что забейте. Будет интересно. Так, а тут уже лаборатория. Погодите, в лабораторию мы пока не пойдем. Не до лаборатории нам. Тут нет, кружки всякие. Пока не до лаборатории. Тут вообще, смотрите, какой-то ящик поставлен. В чем проблема? Что там? Загоражен. Шар 13. О, это мой счастливый... Да, это мой счастливый номер. Я возьму. Я люблю число 13. Еще как. Люблю, поэтому мне кажется, оно нам принесет удачу. Блять! Так, я маля сейчас немного сыкую, потому что не помню, что произойдет. Если что, у меня пистолет. А, о, кому мне? Мозг Softworks. Версия мне. Записка мне. Здесь прекрасно. Думаю, пора принять новое и радоваться переменам. Расслабься. Сказал какой-то очередной псих. Так, а тут что? Версия мне. Другая записка. Давай, разве здесь не здорово? Глубоко вдыхай голубизну. Расслабься. Голубизну? Фу! Голубизну. Я, конечно, не гомофоб, но... Как-то все-таки
Не очень-то геем. Так, эти нельзя. Кому мне? Пожалуйста, прочти меня. Правда, тут есть все, что нам нужно. Наслаждайся, пока мы здесь. Знаете, как кайф ловим, как наркоманы херовы. Отлично. Пусть так и будет. Мне больше тебе нечего сказать. Главное, что мы здесь. Да, еще одну очередную дозу мы вкольнули. Отлично. Мне больше нечего тебе сказать. Черт, скажи хоть что-нибудь. Мне больше нечего сказать. Мне больше нечего сказать. У меня уже мозг течет от этого всего. Пойдемте смотреть. Так. Братуха! Наверное, просто нервишки пошаливают. Ой, нервишки, сейчас, сейчас, я твои нервишки спокойно излечу, мой дорогой. Рис, рис, рис. Ну как? Лазеротерапия помогает? Да? Раз. Оп. Блять, сколько мы патронов-то порасрали. Ладно, нет, я не дурак, потому что... Лучше использовать что-то типа того. Боевой нож. Так, боевой нож. Ах ты мой дорогой, а? Да, так, такой нож мне пригодится. Ну-ка, сейчас опробуем. Там жертва к нам идет. Или не идет пока? А, пока не идет. Мы с вами проверим, пока он там идет. Идет или не идет. Давай уже иди. Ну-ка. Молодец. Тихо-тихо, ски. Я тебе этот кий могу в жопу, между прочим, засунуть, мой дорогой. Патрила башка! Вау! Отлично. И он, знаете, так пафосно. Просто ножку прям на нее, типа... Пять. Нет, я такое дерьмо не беру. Нет, нет, конечно, еще тот... Так сказать, говноед, потому что мы все тут берем, но молочная бутылочка. Так, точно ничего нет. Я все проверю досконально. Молочные бутылки. Кто тут молочко у вас любит, а? Вы молокососы маленькие. Не знаю почему, но я молоко не люблю. Конечно, можете всякое сказать, но... Господи, я уже какой-то старый еврей! Играет Fallout 3, вот так надо часть называть, потому что каждую дыру, каждую сраную... Блядь! Каждую ссаную дыру я осмотрю. Я надеюсь, я сохранился, потому что... Я вижу, что отсюда нам будет трудно. Трудно как-то выбраться. О, выбрался все-таки. Ничего тут нет. Зря только время теряю, хотя. Писец просто. Идемте. Знаю, такие кощерно. Нам, по сути, вообще надо быстро проходить, потому что я серию хочу заканчивать. Так, как сюда попасть? Там как-то по-другому можно попасть. Так, сейчас опять будет какая... Ну, как я и говорил. Они пропали. Да... Газ пускают хорошо. А, в общем, что случилось-то с этим убежищем? Вроде как тут газ пустили, да и все. И все? Просто так вот. Ни за что, ни про что. То есть там сколько-то дней прошло. Привет, мой дорогой. Давай потанцуем немножко. Блять! Ненавижу. Вот и это я ненавижу, когда так происходит. Видите, меня как попали. Происходит? Посмотрите, какой у него меч. Блять, мы еще можем умереть. Да, ты сука, блять, ты сука.
Отлично, отлично, отлично. Реже, 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 реже. Пока он... Чем ты там, я не понял? Китайский офицерский меч. Сука, ну-ка. Тинь-тинь-тинь, фунь-шань. Сейчас мы проверим, протестируем. А другом был нам. Ты же только что другом был, чувак. За что? Дружище! Я друга всего лишь хотел. Сейчас как пахом. Ну так нормально, кстати. Хотя бейсбольная бита вроде как больше несет. А, так, помощь. Сахарные бомбы. Нам стимулятор надо, кстати, прокачать. Еще медицину. Но это чуть позже. Не сейчас. Смотрим. Планшет, кровать, спать. Нет, как-то сейчас спать вот с трупами, это пиздец. Опа! Скрытность плюс 5. Разведброня! Знаю такую херь, знаю. Она еще на базе Анклава, эта херь была вроде как. Ну, перегружена, но спасибо. Да, скипидар вообще мне не нужен. Пачка сигарет 100. Блок сигарет. Ладно, блок сигарет мы продадим эти-то. Ну-ка, костюмы. Во-первых, вот это выкинем, нахер не надо. Одежду наемника Чугаля. Да, вот такая вот броня, ребят. Сколько там броню-то дают нам? Скрытность плюс 5 и все. А тут легкое оружие плюс энергооружие. Поэтому... Ну-ка, а шлем что-нибудь дает нам? Ни хрена он не дает. А тут что-то восприятие плюс 1. Восприятие плюс 1, кстати, это классно. Да, молодец я. Но молодец-то молодец. О. Молодцы, сосут кое-что, походу. Ну, ничего. Так, тут какая-то семейка у нас жила. Непонятная, газ мы их отравили. В общем, все дела. Спать нет. С этими братками я не очень-то хочу спать. Видим, сынок у них тут какой-то был. Причем, смотрите, это тот же самый скелет, только немного уменьшен в размере. Нам свои отчеты. Ладно, ребят, не переживайте, не переживайте. Я не буду крысить, хотя, блин, я бы сейчас крысил. Просто ввел бы open или как-то так код назывался. Вот. И просто бы открыл сейф. Но я не буду крысить. Не в этот раз, мы Fallout. Я люблю... Я вот сейчас вам расскажу. Значит... Блядь, планшет взял, ну... Где саны? Бильярдный шар 13 я ни в коем случае не буду выбрасывать. Планшет нахер мне не нужен. Ну и все. Это мне уже нужно. Потом продадим все. Блин, вот тебе что-то говорил. Так, надо вернуться назад, чтобы вспомнить, что я хотел сказать. Значит, скелеты сказал, что маленький. Сложный сказал, что я мудель. Мы сюда пришли. Кот! Вот это прикол. Короче, коды не буду я использовать. Вот, история. В Тес Онлайн. Ой, это из Онлайн. Зачем вспомнил, непонятно. Короче, Skyrim, да? Я прошел половину игры и вдруг захотел использовать чит-коды. Да, блядь, короче, надо уже заканчивать. Вот вы видите, у меня как-то голова уже все дурманится. Так вот, чит-коды я использовал на какую-то хрень. Это пиздец. Зачем я это сделал? Это просто... Вот нахрена я это сделал? Все. Сразу по-другому. Да, 30 минут было весело играть, там в перки все прокачал. Но потом... Это пиздец. Я сказал, господи, я больше никогда в таких играх нельзя использовать чит-коды. Хоть раз ты там использовал, даже через стену прошел или сейф открыл. Все. Сразу игра портится, ребят. Не знаю, как вы, но у меня такое вот отношение. Так, уже 46 аж мы насохраняли, поэтому давайте поменьше. Будем быстрым сохранением просто. Кроватки тут хоть хорошие, кстати, плохие такие. Поэтому, ребят, чит-коды я
Я против. Нет, когда вы прошли, действительно, уже нечего тут делать, все, прошу. Конечно, используйте. Большая тарелка, которую Спахом, наверное, кушал. Ах, что ж тут ничего-то нету, а? Ну ладно, пупса получили, это самое главное, как я вам уже сказал. Стаканчик. Из туалетов, кстати, здесь почему-то нельзя пить. Непонятно. Как же так? Ну-ка, мужское отделение, может здесь кто-нибудь есть? Братуак, хоть какой-нибудь. Почувствуй любовь. Почувствуй любовь. Ладно, давайте почувствуем. Ох, ребята, мне нужно изложить свои мысли на бумаге, иначе все позабуду. Небо такое же голубое, как обычно, и я счастлив быть здесь, и мои соседи тоже. Всех нас окружает теплое облако любви. Не помню, чем я занимался раньше, но сейчас просто великолепно. Я никогда об этом не думал раньше, но стены тоже должны кого-то любить, правда же? А? Вот это записочка. Да, можно спать, значит, тут никого нет. 10 патронов. Что у нас они? Добавляются, добавляются. Потихонечку. Кого-то любить стенки должны. Как? Ай, это что такое? Пустой сейф? Такого я еще не видал. Не видывал. Херю-херю мы страдаем в плане... Надо быстро просматривать тут все. Смотрите, тут какая-то VIP-комната, а! Это что такое? Двухспальная кровать. Пойди-ка смотритель здесь жил. Какой-нибудь очередной дочуркой. Амата версия 2. Ладно, пойдемте, здесь нечего нам ловить. Здесь вроде как есть один выживший. А может даже два. Нам еще туда надо пробраться. Там, видите, компьютер. Так, сюда мы сходили, значит. Браток. Хорошо, все эти сумасшедшие. А главное, чем они, интересно, питаются? Да и друг на друга они не нападают особо. Так, куда нам идти-то? Тут я все осмотрел. Туда, может? А, да, туда. Вроде как туда. Видите, тут немножко крови заляпано. Так, да, сюда, в лаборатории. Короче, вот тут-то самое интересное и начнется. Пам-парам-пам-пам. Братки уже там наготове. Так, ну и в принципе, тут вот и мутили какие-то темные замуты. Браток так там идет. Нас не видит. Ходит, ходит. Как вы здесь живете? Это ж пиздец. Просто ужасно. Лампа какая-то. Поди-ка выжигают ей мозги. Не знаю. Блять, опять я к этому столу. Ненавижу столики. Вроде я что-то слышу. Вау, ты что-то слышишь? Как мы его быстренько, а? Так, ни хрен. Топ. Это херь. Привет. Ага. Так, 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 сейчас мы тебя убьем. Что тут у нас? Сумасшедший выживший. Наконец-то. Ну что, браток, больно, да? Давай бейсбольную биту. Мы уже всякого говна, ребят, набрали, поэтому в плюсе. Все равно мы с вами в плюсе. Не переживайте, анклав. Какой хер тут анклав играет? Не люблю анклав. Ну, броню, ладно, люблю. Один... Патрончики. 308, кстати, для снайперки. Отлично. Вроде я что-то слышу. Где? Блядь, ты меня напугал. Почему-то он меня напугал. От неожиданности. Какой эпичный момент! Вы это видели? Я ж чуть не обосрался в двойной раз. Такого эпика-то. Как он готовился просто нанести удар. Что я ж... Не знаю. Думал, как бы не обосраться. Опа! Ага.
Мы сюда точно не зря зашли. Как вы понимаете, на первом уровне... Мы уже какой там уровень? Сейчас посмотрю. Уровень четвертый. Это просто идеально. Идеальная броня. Погодите, где броня-то? А, вот боевая броня. А, вес Су-18. Су-18. А у этой? Ага. А смотрите, разведброня даже лучше. Что-то я как-то... Су-18. Замечательно. Но нам надо что-то скинуть, потому что, ну, не можем мы так. Эту точно я не выкину. Разведброню тоже не хочу. Шлем. Вес 20, охереть. Блять, я не хочу бросать. Ну ладно, бросим. Там, знаете, как говна будет этого всего. Поэтому, ребят, забейте. Просто, знаете, забейте, выкиньте из головы это все. Все. Хорошая броня. Хотя, потом мы лучше найдем намного. Я не ожидал, что я ее найду тут. Блок сигарет. Это мы возьмем. Блок сигарет мы продадим по такой дикой цене. Но вот только продавать надо, единственное. Хер знает кому. Ага. Иди сюда. Бляток. Браток, бляток. Фу, филмудель, крыса. Кулачками мы защищаемся, да? Вот и назащищался ты. Ни хрена свинцовая труба сколько стоит. Слушайте, мы миллионерами уже из трущоб становимся. В прямом смысле. Так, сюда. Так. Что-то прибыли. А, вот это место, которое я и говорил. Металлически пусто, пусто. Че пусто-то? Нахер мы тогда сюда пришли? О, мастер-ключ какой-то. Нахрен он, кстати, нужен. Мастер-ключ. Окей. Так, сохранимся. Мастер-ключ, важно. А, внимание, лиц категории допуска Б и с категории доступа С. А с категории А ни в коем случае не говорим. Итак, сегодня в 15:30 мы инициируем контрольную последовательность 46 в 2А. Мы до конца не знаем всех последствий выпуска газа, поэтому требуем, чтобы все получатели этого сообщения проследовали помещение, указанное в форме С11. Подобраны не зря, они представляют собой безопасное укрытие, поэтому не покидайте их, если только не возникнет чрезвычайная ситуация. Сейчас попью. Короче, как вы видите, специально газ пускали, крысы. Я не знаю, зачем. Зачем-то пускали. Необходимо сдерживать всех, кто ведет себя неадекватно. И что более важно, сразу же звать медиков. Летальным исходом вследствие газа буду выветрен до 4 часов. Смотритель. То есть, видите, смотритель-то... Ау, кто здесь? Да, никто. То есть, видите, что смотритель какого-то хера зачем-то газ выпускал, видите, красный какой-то. Нет, красный пердеж какой-то. Ну, если бы пердеж, то он безопаснен. Ну, как безопаснен, если кто-то жахнет, так жахнет. Особенно, если у кого-то несварение. Да. Братуак... Почему я их братками? Ладно, все, хватит. Это, знаете, это дурная привычка. Это вот... Опа. Какой молодец, ну-ка. А, современные... Так, мы пока не будем этого делать. А, потому что... Я сейчас объясню, почему. Пока мы не будем. Чудо-клей, сколько он стоит? 10. Тут ничего, одно говно, но вот книжка хорошая была. И опять я застреваю. Вот эта лестница, кстати, неплохая, да. Домой себе хочу такого. Типа стремянки.
Так, все, мы тут обошли. Кроме книги, видимо, ничего не получим. Извиняюсь. Ага, вот ты... Вот ты где, блядь? Сейчас ты лучше паскуда. Ух ты, у тебя такой же меч, как у меня. Защищайся, крыса. На помощь! Кстати, заметьте, самое прикольное, что... Тебя, понимаете, я зарежу это? Так, что ж ты не мешал? Так, тихо. Тихо-тихо. Боевой нож, он неплохо, кстати, наносит. Современные замки. Я могу ее прочитать, но пока не буду. Я хочу изучить специальную штуку. Понимание, вот, называется так. И мы будем в два раза больше понимать боевой нож. Угу. А где там у тебя хороший-то? Китайский офицерский. Ага. Странно, что он у него экипирован был с отрубленной рукой. Что-то непонятно. Так, кружка. На начальном, действительно, уровне хорошо, что мы сюда зашли. Единственное, жалею, что Джерика не взяли. Но после этого похода мы еще как возьмем Джерика. Мне не жалко крышек. Уже слишком много их у меня. Так, тут что-то кровь до хера. Здрасте. Я тебя на куски... А, вот ты выживший. А, странно, кстати, что она говорит как рейдер. Я вот этого прикола никогда не понимал. Как два пальца. Как два пальца. Вот такая залупа, вот да. Вот ты где. Воли. Где? Ты труп, окорок. Какой хер ты восстановил жизнь? Сука. Ты сука, блядь. Конченая. Сука, вот так вот поди-ка, вот такая херь и творилась. Крыса вот такая озлобленная на всю катушку. Блять, она сейчас мне до хера снесет. Это курва. Блять, еще стелс ебучий включила. Сука. Это не она, правда, хотя хер просыт. Вас что, двое, что ли? Баф. Ой. О! Нихера. Так, это сюда догони. Это сюда гони. Бафаут. Ого. Так, здоровье плюс 60, выносливость плюс сила. Охереть. А, мне придется, конечно, что-нибудь тебе отдать. Например. Я даже не знаю, что тебе отдать, блин, бейсбольный... Биты я не отдам тебе, блок сигарет точно нет, бейсбольный, так, боевой нож. Блин, это все стоит денег, нам это все продать-то. Загнать очень хорошо будет. Огнемет можете какой-нибудь подарить, вес, правда, видите, какой большой. Сколочная граната, нож. Могли, кстати, так, для прикола, кстати, гранаты почикать. Ну, перегружены, не пизди, ничего не перегружено. Так, что-то у тебя есть тут, большая тарелка? Не думаю. Ты же что-то тут жрала. Как ты выживала? Ну-ка, признавайся. Стирательный порошок, железнодорожные костыли. Там пушка какая-то есть, которая стреляет, кстати. Ими. Но не думаю, что мы будем ее искать где-то. Точнее, я не помню, как она делается. Там же не просто так она... А вот это я совсем забыл. Ядерный выстрел. Это я совсем забыл. Но мы его не будем использовать. Ну, конечно, 75. А, кстати, стоп. Секунду. У нас книга для чего? Книга, по-моему, дает... Сука, что она тут делала? Смотрите. Сколько скелетов. Причем дергаются девки. Точно не просто так. Тут что-то происходило. Так, сложно, да? Так, сохраняемся.
и... Ну-ка, изучаем. Что будет, если я... Вроде как... А, да, понятно. Взлом увеличен на один. Так, понимание. Нам надо качнуть будет. Ну, восприятие называется. Все, больше тут ничего мы с вами не найдем. Так, и в принципе все. Да, на этом все и заканчивается. Если вы не знали. Ядерный выстрел-то я взял? Ну-ка. Боезапас это вроде. Пиздец, ядерный выстрел, а. Не ожидал я. Я не ожидал, что его встречу тут. Странно как-то. Ой. Так, туда мы проходили. А, ключ мы с вами взяли, во. Мы же с вами ключ взяли, поэтому идемте. Там вроде была одна комната. И на этом будем уже... Ну, выйдем из убежища, естественно. Потому что я не люблю замкнутые пространства. Я просто здесь был, поэтому не так уж напуган. Зачем я это взял? Нахера? Давайте отрежем. Ну, блин, конечно, нельзя. Бейсбольную биту тоже нельзя. Китайский меч. Ладно, китайский меч можно. Все, бегаем, как молодцы такие. Так, вроде я ничего не пропустил, но не будем уж зацикливаться на этом. Карта тут не просто так, 100% можем сюда зайти. Ага. Посмотрим, что начинается. Смотрите. Окей, но он нам не особо интересен. Нам интересно, что здесь есть. Урон 7. Может пригодиться, не знаю когда. Не знаю зачем, но... Может пригодиться. Так, смотрим, что еще тут интересного. И уходим. Блин, у смотрителя же что-то должно быть. Вот я не верю, что... Не верю, что просто вот нету. Я вижу, что он любитель молочка, да. У него молочные бутылки тут повсюду разбросаны. Что это должно значить? Ну-ка, простой. Так. Угу, set file. Давайте взламывать. 4 попытки. Какой-нибудь, не знаю. Стейтинг. Стейинг. Спарринг. Ладно. Учитесь, ребят. Быстро вот так нажимаем. Лэнди версин. Абилити. Нифига. Миссион. Хищон. Варквайк. Блин, что ж такое? Сложно. Финале. Баннинг? Киллинг? Что такое? Блин, ребят, что-то как-то сложно, что ли. Так. Кипинг. 3 попытки. Это, слушайте, я... надо было чуть ниже тогда. Какой-нибудь good luck? Да черт возьми! Да какой у тебя пароль? Сервант? Карьер? Нет, я просто не могу допустить. Да, у нас 4 попытки, но если заблокируют, все, хана. Митинг? Митинг и джутинг. Как это вообще связано? Что значит 5 из 7? Я всегда на рандом делал, и это работало. А сейчас... А сейчас не работает! Ребят, научите меня взламывать. Кто-нибудь в комментариях напишите. В чем проблема? О!
просто рейдж какой-то. Ах, Логан админ. Логан. Доклад о подготовке. Приветствую, смотрители. Вентиляционная система проверена в соответствии подготовки к контрольным мероприятиям, так, медицинские процедуры. Следующие системы включены. Шахта. Следующие системы отключены. Выполнить также следующие профилактические меры. Я посмотрел все предварительные тесты и могу сказать, что мы готовы к худшему. Тщательно. А как же, не знаю, там рассказ, типа, вот я докатился до такой жизни, поэтому хочу всех отравить. Ну и что, я, например, вы понимаете, ребят, что произошло? Ну вот они зачем пустили газ? Кто пустил? Какие эксперименты проходили? Хоть что-нибудь, вы поняли? А, ну и все. Вот и все. А, нет, стоп, не все. Кое-что я кое-куда не ходил. Кое-куда я не ходил. Сейчас мы сходим, ребят, погодите. А вот здесь еще был. Было, точнее. Так, я тут как раз перекокошил первого парня. Похожего, кстати, на смотрителя. И вот. Пожалуйста, поосторожнее. Папа. Папа! Почему ты белый? Какого хрена? У меня отец как бы черный, но здесь он белый. Расисты! Расисты! Папа не мог изменить облик. Он любит меня. Он не хотел, чтобы его... Хотя... Кто знает. Может, он хотел уж скрыться навсегда, поэтому... Так сказать... Эй! Так, по одному, кто ближе? Ты ближе, да? Пидорок. Херов. Да ладно, давайте этого. Раз по... Ну, по голове уже должен был. Ну, как кошить. Блин, они видите, как... Слаженно работают. Свинцовыми трубами. Уже драпать хотели. А, этот драпает. Куда ты там драпать пошел? Я тебе... Блядь. Я не могу вот просто взять и не убить его. Это ж пиздец будет. Надеюсь, он на другую локацию не съебется. Блядь, куда ты пошел, грязный? Да пошел ты в жопу! Если хочешь, сам иди. Совсем обалдели. Это что такое? Блин, такими темпами мы уже скоро сядем на винт. Потому что закончится. Видимо, смылся. Смылся? Ты охуел, что ли? Сам сидит, как крыса какая-то. Монтировка. Давай сюда, Гордон Фриман ебучий. Наука плюс 5. Ладно, плевать. Нам придется теперь все это продавать. Ну, в принципе, я знаю, тут небольшой городок, так что не боитесь. Разрулим. Так, свинцовая труба возьму. 16 стоит. Так, что у вас тут поживиться-то? Не просто так же я сюда пришел, чтобы батьку белого увидеть. Но, процентов что-то прячете. Паскуды. Кожа на броне. О! Опа! А какого хера? Развед броня. Блин, ну воевать-то лучше. Ладно, плевать. Ладно, что делать? Ну, жалко, конечно, но... Потом будут столько китайцев в ней, так что забейте. Так, блок сигарет, отлично. Блять, ну как же я ненавижу. Короче, надо быстро все это продавать. Нет, это я не буду продавать. Стелс-бой нет. Стоимость, кстати, смотрите, какая стоимость.
Нам тут все надо продавать. Ах, зря я так, кстати, сохраняюсь до хера. Ядер кола. Берем. Блин, ну слишком. Тут есть? Мне кажется. Так, атмосфера. Ребят, уже атмосфера давит, да. Уже атмосфера давит. Но правда мы выходим, поэтому. Забейте. Все, больше тут нечего ловить вообще. Бутылка из-под газировки. Все, это такой последний лут у нас. Ладно, пока. Забросим. Сейчас выйдем из убежища и на этом будем заканчивать. Ну, вот такая вот фигнюлька. А в следующий момент мы с вами пойдем, скорее всего, уже закроем уже навсегда, потому что сюда только нам ходить. А, ну сейф, да, 75. Я, конечно, мудил еще тот. Но что делать? Ох, вы там размножаетесь почкованием или как? Почему вас четверо уже? Ладно. Не будем задавать вопросов. Ну вот, ребят, вот такое вот убежище. Не знаю, насколько это уже получится. Надеюсь, не на 2 часа, потому что 2 часа, блин, до хера рендрить. С вами был The Leo. До скорой встречи, дорогие друзья. Бай-бай-бай.